Вот так прям блиц сразу отвечать, не думая совершенно, да? Самая странная русская традиция. Любимое место в Санкт-Петербурге. По-моему, это абсурдно. Любимый эпизод сериала «Шерлок» в России. Просто достаю все, да? Самое яркое воспоминание со съемок «Шерлока» в России. Это весь съемочный период. А что, так можно было, что ли? По-моему, это абсурдно, да? Ну, точно. Самое загадочное русское понятие для иностранца – это холодец. Самое занудное на любых съемках – это учить текст. Любимый детектив, сержант милиции. Был такой советский роман. Умом Россию не понять, а чем можно? Вы знаете, если я покажу, чем можно понять Россию, боюсь, что просто это запретит вышестоящая организация. Любимое место в Санкт-Петербурге. Вы знаете, любимое место сейчас для меня это на Петроградской стороне, там, где Петропавловская крепость, недалеко была моя квартира, где я 3,5 месяца прожил во время съемок. Ваш первый съемочный день на площадке «Шерлока» в России. Каким он был? Да, я его помню. Мы снимали в кунсткамере, в музее. И более того, что мне было приятно и ответственно, он начинался с моего входа в этот музей. Любимый эпизод сериала «Шерлок» в России. Мы на крыше, льет дождь, и мы боремся с чудовищем по имени Келли. Самая странная русская традиция – пельмени. Очень странно. Это традиция вообще? Хлеб и соль, встреча с хлебом и солью, я не знаю. Я просто вне их, поэтому живу. Совпадает, да? Послушай, а какая традиция? Что он сказал? Я говорю, он хитрый. Да, я понял. «Шерлок» в России. Эксклюзивно. На старт.